Правдив ли миф о похудении и враг номер один – сахар? Отчасти это так, но все зависит от вида сахара. Следует знать, что глюкоза – это основной источник энергии для мозга, а значит, он необходим для жизни. Вы можете пройти наш небольшой тест и получить индивидуальный план питания для похудения по ссылке в комментариях.